Здравствуйте. На сегодня будем с вами вместе обслуживать маленький такой деревообрабатывающий станочек. Ну почему я именно взял такой небольшой станочек? Ну, во-первых, он мобильный. То есть мы можем его взять, вот видите, он не тяжелый, такой взять его, раз, перенести, где угодно поставить и с ним работать. Но любой станок требует обслуживания. Ну вот такой, значит, небольшой комплекс обслуживания мы сейчас вместе и проведем. Ну для этого что необходимо? Вот отверточка, вот здесь вот есть винты. Винты мы что? Откручиваем. Раз и два. Этот станочек длительное время меня огорчал, так можно сказать. Значит, вроде бы и мощность солидная. Но можно так сказать, что строгал неплохо, а вот пилить. Вы видите? Здесь вот опилочки. Но опилки-то сами по себе ничего страшного, но чтобы главное, чтобы сюда не попадало посторонних предметов. Вот таким образом просмотрели все. Вот видите, кисточкам щеточки почистили. Здесь тоже все поубирали. Бывает, когда длительное время работаешь, попадают сюда обрезки досок. Вот видите, вот здесь вот смола накопилось, вот это все счищать надо. Вот таким образом. Ну, сейчас я не ставлю задачи более тщательно все убрать. Ну вот, значит, убрали. С одной стороны, значит, и сразу же что? Закручиваем. И, значит, и с другой стороны. Все это дело мы убираем. Но весь смысл в обслуживании заключается в том, чтобы убедиться, что нету посторонних предметов здесь. Это первое. И второе, проверить натяжение ремня. Сейчас мы перевернем и посмотрим, каким образом это делается. Здесь особенность такая на данном станочке, да и, наверное, на всех станочках, заключается в том, что ремень нужно натягивать солидно, иначе он работать не будет. Ну, видите, что свободно вращался. И, значит, с этой стороны тоже переворачиваем. Точно таким же образом откручиваем. Опа. Надо маленький перерыв взять. Здесь шестигранники. Вот бы с этой стороны тоже обслужили уже. Но весь смысл в обслуживании заключается, как я уже говорил, необходимо, вот видите, ременная передача от двигателя на ведомый вал. Вот валы сами по себе, видите, небольшие, да? И потому соприкосновение здесь небольшое. И для того, чтобы хорошо работал, значит, станочек, нужно значительно усилие для того, чтобы натянуть. Ну, видите, вот натяжка двигателя идет. Вот если посмотреть, вот видите, он ходит туда-сюда, гуляет. Нужно хорошо натянуть. Длительное время я пробовал, значит, руками натянуть, просто руками. Но усилия было недостаточно, и после этого, значит, станок не работал как необходимо. То есть, будем говорить, что, значит, доску двадцатку с трудом пилил. Ну вот, значит, я подумал, значит, и сделал следующим образом. Вот видите, я один это делал. Вот я, значит, один конец станка закрепил, значит, проволокой к столку, к верстаку. Здесь вот, значит, другую проволоку вязальную привязал для того, чтобы натянуть. Но натягивать мы будем ее при помощи, значит, рычага. И тогда после этого, значит, будет значительная натяжка. Здесь нужно, чтобы, значит, ремень стал в ручьи хорошо. И вот после этого, значит, сейчас вот мы приловчимся и сделаем, значит, натяжку. Ну вот можно побольше сделать. Ну надо, чтобы посильнее было. Вот видите, вот, значит, так пошла. Еще можно чуть-чуть. Вот. Вот натяжка уже солидная. После этого мы что делаем? Крепим его ключом. Закрепили ключом. Значит, кожух сразу ставить не будем. Значит, надо проверить сначала, как она будет работать у нас. Если будет нормально работать, значит, после этого ставим кожух. Ну, эту проволоку можно все убрать уже. Так, убираем. Так. Это убрали мы.
и проверяем. Если будет слабая затяжка, натяжка, то будет буксовать и пилить ничего не будет. Ну, смотрим. Значит, ну, поперек любая доска напилится хорошо. Вот поперек она хорошо пилится, а вот вдоль. Ну, это брусочек очень тоненький такой. Тоже пилит хорошо. Пилит хорошо, ровненько, отлично, значит. Вот сейчас 50-ку, ну, толще 50-ки уже нам ничего не надо, да? Попробуем сначала так, потом так, значит. Вот так вот. Видите, пилит нормально. Нормально, немножко мокрый брусочек. Вот здесь сучки. Посмотрим так вдоль. Хорошо распилило, ровненько, хорошо. Значит, что, натянули мы ремень хорошо и 50-ку доску, небольшой вот этот станочек пилит. Я думаю, что больше в наших условиях нам и не надо. Очень хорошо, все замечательно. Значит, рекомендую, значит, у кого есть такие, значит, станочки, значит, обращайте внимание на натяжку ремня. Будет хорошая натяжка ремня, станок будет пилить очень хорошо. Ну и немаловажное значение имеет, значит, вот сам диск пилищи. Ну, желательно, чтобы был острый. Но этот уже давно у меня, ну, достаточно хорошо работает. Все, до свидания, до новых встреч.